лихо мерили шаги, две огромные ноги 45 размера, покупал вам сапоги. Ну, хотя для меня действительно 45 размера. Цитата из стишка детского дяди Степа, просто так, для разгону. Обратили внимание, что такое человечество, да, нет? Давайте вместе порассуждаем. Значит, когда описываются жертвы каких-нибудь событий, вот, то говорят, старики, женщины и дети. Ну, то есть старики и дети, там пол не определяется. И отдельно женщины, то есть наиболее, так сказать, кого жалко, кто не должен пострадать, кого надо спасать в первую очередь. Вот, но всю многотысячелетнюю историю человечества одинаково легко ставится тема, что молодые мужчины в самом соку, в расцвете сил, на убой, предназначены на убой, должны быть убиты. А те, кто более-менее занимался разведением кур домашних, да, ну, у меня тетка этим занималась, вот, она закупала цыплят в соседнем городке, на рынке, и потом они прекрасно эти самые делились на две категории, то есть курочки несли яйца, вот, а петушки все шли в еду, их много не надо, вот, так что, дорогие соотечественники, молодые мужчины поколения Z, часть из вас предназначена, так сказать, в суп, не обижайтесь. Может быть, вы хотели быть блогерами или там неважно кем, но, как говорится, вас не спросят. Ежели что, вы ни старики, ни женщины, ни дети, так что чао, бомбина, сори.